Доброе утро, начинаю новый влог. Проснулась достаточно рано, сегодня дел много, потому что завтра мы уже уезжаем. Нужно собрать хурму, нужно продать орехи, в общем, в бой. И сегодня, кстати, прохладно, ночью моросил дождик, даже немного ветрено. Многие в комментариях ошибочно предполагают, что мы орехи продаем на рынке. На самом деле все гораздо проще. В зонах, где активно растут деревья фундука, есть специализированные цехи. На самом деле без разницы, в какой цех ехать, везде фиксированная стоимость за килограмм. Каждый день опубликовывается цена за килограмм, и она может варьироваться. Например, вчера может быть на 20 копеек дешевле или дороже, чем сегодня. Также попросту можно позвонить в любой цех и уточнить цену на сегодня. Также, естественно, цена зависит от качества товара, который ты предлагаешь. Еще один немножко удивительный момент для меня. Если у тебя орехов слишком много, это, например, тонна или две, тебе предложат цену чуть-чуть выше, чем всем остальным. Например, на сегодняшний день килограмм орехов стоит 5 манат. Но, естественно, ваши орехи должны проверить и посмотреть, действительно ли они стоят такой суммы. Мы едем в цех, который ближе всего находится к нашему дому. Так-то летом мы все продали, но у нас осталось 1,5 мешка, которые нам не нужны. Планировалось, что их мы будем кушать, но понятное дело, что столько съесть мы, естественно, не сможем. Вход в цех выглядит вот так. А эти цехи, они перерабатывают эти орехи и продают в разные фабрики по изготовлению всяких конфет, шоколадок и так далее. Здесь есть вот такие огромные просто весы, на которые можно поставить, не знаю, 10 мешков. И у нас в общей сложности получилось 51 килограмм товара. При продаже обязательно нужно предъявить паспорт. Все делается максимально быстро, оперативно, а вот это все принадлежит одному человеку. Я так понимаю, это не все. А предъявление документов было не всегда, но были случаи, когда люди воровали чужие орехи, привозили их сюда и продавали, а потом выяснялось, что это не их. Что у этих людей даже нет плантации, они мешками привозили орехи. Это было подозрительно, поэтому ввели эти меры. Ну а мы с мамочкой за 1,5 мешка получили 250 манат. А как вы считаете, много это или мало? Пишите обязательно в комментариях. Будет интересно почитать. А мы с мамой поехали домой. Дома, естественно, меня ждет мой сыночек, моя кровиночка. И он оказался на крыше, каким образом, я даже не знаю, мяукал. Я думала, он не может оттуда спуститься. Я ему пыталась в этом помочь и параллельно еще снимала для вас. Но, как оказалось, легким движением ноги он может спуститься вот таким вот образом. Я аж испугалась за него. Побывав просто на всех крышах, облазив все трубы, дымоходы и так далее, Твиксик приходит. Ходит ко мне обниматься. Вроде и прогнать его не можешь, потому что животное привыкло подходить к тебе, ласкаться, но он не понимает, что в квартире это одно дело, а на улице совсем другое. Еще Твиксик боится абсолютно всех. Вот эту кошечку я постоянно подкармливаю. Да и вообще всех кошечек, собачек, всех стараюсь кормить. Особенно местные кошки любят самый обычный хлеб. Покупной корм Твикса я предлагала этим кошкам и даже снимала для вас в Инстаграме, что кошка отказалась кушать этот корм, а хлеб с удовольствием ест. Ну, раз ест, приятного ей аппетита, тем более мы купили 2 горячих хлеба, так что хватит всем. Мы тут уже вовсю начали собирать хурму. Она еще не до конца поспела, я думаю, что будет поспевать у нас на балконе. Еще надо собрать для тети и, естественно, для братика. Такие вот у нас ящики пластмассовые, очень удобные, их надо поместить в багажник. Я думаю, что завтра мы уже будем выезжать, и сегодня надо обязательно все собрать. Под тяжестью фруктов просто дерево не знает, куда деться, настолько много хурмы, и она достаточно тяжелая, как вы видите. И она еще не до конца поспела, я так понимаю, немножко такая, знаете, крепенькая. Даже Твиксик заценил. Вот поэтому хорошо иметь машину. Я вот маме говорила, всегда надо еще нар посадить. Я обожаю нар. И каждый раз, когда мы его покупаем по килограммам, я думаю, блин, вот было бы у нас дерево, мы бы его посадили, загрузили в машину и привезли. И пили бы всю зиму гранатовый сок. Начать хочу с того момента, что собирать хурму гораздо проще, чем это кажется со стороны. Деревья тоже небольшие, и это, естественно, упрощает мне работу. На 2 дерева я потратила всего где-то 40 минут, ну максимум час. И управилась абсолютно одна, без помощи мамы. И причем делала это, честно, с удовольствием. Чем-то напоминал мне такой квест. Кстати, я это делаю вот таким вот секатором, чтобы не повредить дерево. Очень удобно, просто и легко.
Дерево так и просит, говорит, освободи меня от всего этого. Фрукты со своего огорода особенно вкуснее. Можно, знаете, еще купить штуку, чтобы высушивать фрукты. Я очень люблю сухофрукты именно с хурмой. Можно купить, как она называется правильно, я даже не знаю, сушилка, по-моему, для фруктов. И можно высушить на зиму. Короче, идей много. Главное, чтобы хурма была. Кстати, некоторые сорта хурмы, я, правда, не очень в этом разбираюсь, их оставляют до первых заморозков, и тогда хурма бывает особенно сладкой, мягкой и очень вкусной. Но также иногда бывает в морозилку помещают буквально на 1-2 дня, потом размораживается хурма и очень сладкая бывает. Я не знаю, это конкретно тот сорт или нет, но в любом случае, я думаю, кушать мы это все дело будем. Правда, это не тот сорт, который мы хотели. Нас немножко в этом плане подвели и обманули, и мы посадили не ту хурму, которую изначально вообще хотели. Это, естественно, не все. Я думаю, будет сложно это все поднимать, поэтому, наверное, обращусь к брательнику, чтобы он помог со всеми этими делами. Вот смотришь на небо, и такое ощущение, что время где-то 6-7, но на самом деле нет, время 2, но почему-то сегодня очень пасмурно. Такая, я ее называю, грустная погода. Опали листочки, и хоть как-то чувствуется осень. В городе у нас такого нет, потому что везде в парках посажены елочки, круглозеленые какие-то деревья, и осень совершенно не чувствуется. А здесь хоть как-то, но по большей степени осень, знаете, я чувствовала, когда я жила в Саратове, как только начинался сентябрь, ну максимум октябрь, я прям чувствовала этот осенний вайб. Здесь в Азербайджане такого нет, даже особо времена года сильно не отличаются. Вот сейчас вроде ноябрь, но мне абсолютно не холодно в свитере. Кто к нам присол? Это же Алекс. Что у него с лапками? Откуда он? Из какой мусорки ты вылез, Алекс? Не надо ко мне обниматься. С меня достаточно. Как я его обожаю. Вы, наверное, его помните. А этот бублик, как только увидел Алекса, сразу распушил хвост. Он думает, наверное, что так он выглядит больше и страшнее. Все пытается с ним как-то конфликтовать. На самом деле Алекс вообще плевать на него с высокой колокольни. Ему лишь бы пожрать, что-то найти. Но Твикс это не осознает. Он считает, что он очень важная редиска в жизни Алекса. В этот раз сюда, кстати, я даже не поднималась. Хотя все лето я спала вот на этой кровати. Это, кстати, памятная кровать, так скажем. Ей в 4 раза больше лет, чем мне. Она досталась в приданное бабушке. То есть бабушка, когда выходила замуж за моего деда лет, наверное, 65 тому назад, ей вот эту кровать дали как приданное. И до этого тоже эта кровать служила, и сейчас она служит, и в дальнейшем ее можно металлолом сдать. Вот представляете, какие прочные тогда были кровати. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Сегодня мы, к сожалению, уезжаем. Ну как, к сожалению, ну действительно, сегодня как раз-таки погода классная, не то, что вчера было. Но мы уже запланировали дела на город, и уже надо ехать, по идее. Но погода летняя. Чувствую, что скоро начнутся резкие холода, возможно, даже морозы и снег. Потому что такую погоду в ноябре я никогда, если честно, не видела. Последний раз, когда мы виделись с подружкой, не помню, кто именно, по-моему, Нармина запланировала поездку в Седарайк. Это, кто не знает, оптовый рынок в Баку. И говорят, что все магазины закупаются именно там, и там самые бюджетные цены. Но я не знаю, насколько бюджетные для тех, кто покупает в розницу, но в любом случае, мне кажется, будет интересно. И я даже хочу снять для вас влог, чтобы вы сравнили цены, стоит вообще туда ехать или нет. Потому что последний раз, когда мы с мамой там были, мы, если честно, особо большую разницу не увидели. В городе то же самое можно купить, и где-то даже в разы дешевле. Какие-то, конечно, позиции стоили дешевле, вот, поэтому мы хотим туда съездить, и это будет завтра. И я еще помню, 10 дней назад девчонки договорились и сразу пригрозили мне, что если ты там начнешь, что нет, у меня дела, я не могу, все. Они знают мой характер. Поэтому я даже записала у себя там в заметках
что 6 числа мы в обязательном порядке едем в Седерек. И тут у меня вопрос стоит, снимать ли для вас контент или нет. Так что пишите в комментариях, было бы ли вам интересно посмотреть, как, что там, почем. Маме сегодня вообще уезжать не хочется. Настолько крутая погода. Вообще, я в футболке, мне не холодно. Главное, ничего не забыть. Викас, сына, будь где-то поблизости. Я уже даже забыла, на чем закончился последний кадр. Я уже дома. Сейчас хочу сделать масочку. Уже ночь, где-то 12 время. Мы приехали хорошо. Твиксик вел себя просто идеально. Не пикнул во время дороги. Твиксик думает, что это жидкий корм для него. Потому что жидкий корм в такой же упаковке. Он тут такой встал, ну что? Я все пытаюсь пристроить свою хурму. Предлагаю ее всем. Самира сказала, что она не любит хурму. У нее в холодильнике даже есть. И она не знает, куда ее деть. Потом я предложила Нармине. Нармина сказала, окей, давай. В общем, братику занесли, тете, кому еще. У нас дома есть, соседу дала немного. Ну, в общем, знаете, такой человек, мне реально жалко, что это гниет на дереве. Лучше я это соберу и даже просто так соседям раздам. Мне кажется, так гораздо логичней. На этом, наверное, я буду закругляться уже. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вид, конечно, у меня очень крутой. Завтра тоже буду снимать и влог, и мукбанг для вас. Но когда выложу, точно не знаю. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Всех люблю. С вами была Айка.